подставляйте один, чтобы держать партнера. Следите, пожалуйста, как ваши ладони прижаты. Прижаты. Айганас. Это не ринг. Это ринг. Нужно так привести партнера. Голова должна быть выпущена. Не очень большие. Они должны это чувствовать, что им неудобно делать. Дети, блин. Очень сильно. Голова. Это им. Это правильно. Плечо уходит. Это правильно. Неправильно. Неправильно. Пожалуйста, сейчас вы будете работать, посмотрите, что в суке происходит. Где его плечо? Выключайте его голову или лежите. Можете поменять пары. Берите. Вот это что мы делаем? Это то, что нужно сейчас. Реакция. Второй, еще один вариант ринга. Уке прогибается максимально, прежде чем делать уке. И смотрите, где голова. Выходит она? Плечо. Или плечо партнера. Здесь только голова. Орегонос. Я могу побороться. Недолго не могу. Но это не айкидо. Дзюдо, еще что-то. Пожалуйста, когда с вами работают, вы не мешаете и не делаете на своих партнерах. Изучайте возможности тела во время уке. Можно взять кого-нибудь слабого и попробовать с ним сделать. Я могу ребенка поднять, он ничего не сделает, я его держу. Но я не изучаю тело. Это нужно для того, чтобы потом вас можно было бросать быстро, как бы серьезно, серьезно изучать. Поэтому не нужно сопротивляться. Второй.
третий. Что касается самого Ирины, это плохо. Так, вы должны все время руку перед собой видеть. Смотрите, куда вы идете. Смотрите. Голова. Голова. Третий. Окей. Это из-за того, что вы держите. Если ладонь раскрыть, ничего не будет. Окей. Держите. Есть люди с очень сильными и большими руками, но их тоже нужно держать. Это можно сделать. Ладонь должна быть прижата. Тогда это можно сделать. Стоит раскрыть. Ничего не понимаю. Но Марио, только кью ноги. Ай-ка. Это очень круто. Можно, можно. Делать, но у меня не получилось. Ирине за спину. Ваш партнер должен быть в него равновесии, когда вы делаете. Он должен быть. Его теряете. Он должен быть теряете. Вот так вот очень тоже. Сейчас будете работать, не торопитесь. Ну, Марина. Достаточно взять руку предмет, чтобы будет понятно, почему это. Монтов. Смотрите.
решение, которое ваш партнер предлагает для вас. Ну, Мария, поменяйте направление, то же самое, как в Кюнайне. Айван, если вы будете держать плотно руку, у вас ваш рот будет здесь. Падение в одну сторону, а смотреть в другую. Места достаточно, но все равно вы должны смотреть туда, куда падаете. Есть ушира. Есть мать. В том или ином случае вы падаете на свободу. Но вы заранее не знаете, что. Окей. Смотрите, пожалуйста. Сейчас не очень много народу. Но, как правило, мы в такой момент друг друга находим, когда будет плотно. И так амплитудно работает. Ну, Майя, следите за тем местом, куда падает. Если правильно следует. Именно таким захватом своего партнера. Это же нужно делать на протяжении всей тренировки. Потом все устают, как бы это понятно, но старайтесь здесь всю тренировку быть в таком захвате. Если это удар, шум. Это важно. Вы не сопротивляетесь, не нужно путать это с сопротивлением. Не сопротивляетесь. Все из-за спины. Сейчас все из-за спины делаем. Передняя нога на месте. Она на месте. Задняя точка. А если это кто-то решит Кунаги, все время в сторону спины. Айганус. Не. С
сами вы уходите вперед. Пожалуйста, посмотрите, что происходит. Не отталкивайте. Вечерний тренировка. Вчерашний. То же самое, почти. Ну, Майя, очень многие делают. Это правильно, но это другой вариант. Кайдэн аси. Кайдэн аси. Кайдэн аси. Пожалуйста, не путайте. И вообще это не принципиально, как вы сделаете технику. Если это не тренировка, главное, чтобы у вас получилось. Но сейчас, пожалуйста, следите за тем, чтобы...